Здравствуйте, дорогие ребята! Ну вот, мы и снова с вами вместе. Мой дорогой Бом-Бом учит домашнее задание, но он ведь... Так, всю... пожалуйста, потише, вы не мешаете. Видите, какой он серьезный. Он выучил уже домашнюю работу на март месяц. Между прочим, учу на середину апреля. Успехи потрясающие. Он стал умный. Я ведь раньше как думал, его только палкой можно загнать на ученье. Нет, он полюбил это дело. Он теперь даже знает, сколько дважды два. Четыре. Трижды три. Девять. Поразительный парень. Так вот, ребята, о чем я вам хотел сказать? Мы получили уже 122 письма. Но мы ждем еще писем, чтобы претендентов на главный приз было больше, больше и больше. А наш Бом-Бом, Бом-Бом, поздоровайся с ребятами. Здрасте, мне некогда. Между прочим, в вашем дурацком конкурсе я принимать участие не собираюсь. У меня теперь есть более важные и великие цели. Удивительно. А теперь наш конкурс стал глупым и дурацким. Да ты же сам пытался его сделать. Для меня теперь важнее знания. Не, ну знания знаниями. Бом-бом, нельзя же с утра до вечера зубрить книжки. Конечно, с утра до вечера нельзя. Надо еще и ночью. Тут ты прав. Да как же так? Неужели ты позабыл и деда Савелия, и меня, и волка, и красную шапочку? Дорогой мой Терлинка, что за самоуверенность? Неужели вы думаете, что вы и ваша космическая персона мне интереснее, чем математика? А дед Савелий может заменить мне биологию. Не, ну допустим, дед Савелий биологию не заменит. Но ведь он замечательный друг. Ты вспомни, сколько у нас спасал. Помнишь, мы охотились за браконьером. Я тебе сейчас скажу, не перебивай меня. Это раз во время чтения. А во-вторых, нет лучших друзей, чем книги. Спору нет. Книги — это действительно друзья. Но неужели ты забудешь про нас, про живых, про тех, кто тебя любит, про тех, которые тебя ценят, про тех, которые все время ждут тебя? Да отложи ты эту книжку. Пожалуйста, не мешай. Как ему завидно, что я умнею на глазах. Как ему завидно, что мой мозг наполняется вселенскими мыслями. Подожди, мыслями. Я ведь тоже не пустое место. Я знаю 117 языков. Я летал от Земли до Луны, от Луны до Марса, от Марса до... С чем ты меня хочешь поразить, глупый сказочник? Все твое занятие — это мультики ребятам крутить. Больше ни на что ты не годен. Вот как? Вы посмотрите, я всегда думал, что пока он хулиганил... Завистник! Мелкий, никчемный завистник! Неужели это он обо мне? Нет, спору нет. Книги — это замечательно. Но неужели ты стал таким сухарем, что будешь с утра до вечера зубрить, зубрить и зубрить, а нас, своих лучших друзей... Ты позабудешь. Я вас вспоминаю, когда кладу одну книгу и беру другую. Этого для вас вполне достаточно. Ну, объясни мне, ну зачем для тебя, для сказочного героя, нужна математика? Их ты! Да я же должен перевернуть все знания математики в этом мире. Я должен, во-первых, построить ракету, чтобы самому летать к тебе в космос, а не с помощью твоих дурацких фокусов. Во-вторых, математика. Как же без математики? Как же я научусь... Хорошо. А зачем тебе история? Каждый человек должен знать свою историю. Я подниму материалы моего наверняка княжеского рода. Посмотрю, как далеко растирались мои феодальные владения. Подождите, я могу понять. Ведь действительно все эти знания необходимы. Но если при этом забываешь о человеке, если при этом бросаешь своих друзей, Бом-Бом, ты не прав. Я не прав. Бом-Бом всегда прав. Ну что ж, он довел меня
Нет, ребята, измену в дружбе простить невозможно. Прости, прощай, дорогой бомбоша. Прощай, прости, дорогой Терлиша. Он еще об этом пожалеет. Книги ведь они имеют такую привычку заканчиваться. А друзья, дружба, это навек. Я посмотрю, как он сможет прожить без друзей. Еще одну книжечку одолел. Так это и читал. Так это все прочитано. Пора идти в библиотеку. Так, а где этот глупый неуч? Где этот глупый неуч? Терлим, гау! Терлим! Ну ты куда подевался? Эй! Терлим, гау! Терлишечка! И как? Ушел. А куда ушел и не сказал? Наверное, он на меня обиделся. Да-да-да-да-да. Я вспоминаю, когда я читал 385-ю страницу, он назвал меня сухарем. Когда я читал 508-ю страницу, он сказал, что я променял их на друзей. А когда я читал 612-ю страницу, он сказал, что он уходит, я пожал ему руку, и он ушел. И больше ничего не помню. Телепка! Терлишечка! Вернись! Так и есть. Он обиделся. Ну как же я мог? Как же я мог обидеть моего лучшего друга, моего учителя? Ой, мамочки мои. Значит так, ребята, вы, пожалуйста, не волнуйтесь. Я сейчас его найду. Сейчас я его найду. А вы пока посмотрите мультфильм. А я пошел. Туда. Туда! Не отзовусь. Ты что, обиделся? Обиделся. Терлимка! Терлимушка! Ну выходи! Не уйду. Терлимка! Ну поговори со мной! Разговаривай со своими книжками! Друзей для тебя уже больше не существует! Как это не существует? Для тебя ведь биология важнее, чем дед Савелий! Ну нет, ну что ты такое говоришь? Ну конечно, мне биология важна! Но дед Савелий мне гораздо важнее! Ты что, как можно, чтобы я забыл дедушку Савелия, красную шапочку, волка и тебя? Ты никогда! Терлимка, выходи! Ну ты пойми меня! Просто я! Ну, я очень люблю ходить в школу! В школу? Я бы, может, и тоже пошел в школу. Да только я умный, я уже все знаю. А хочешь я тебя к себе вместе с собой в школу возьму? В школу? Ага. Хочу. Конечно, хочу! Хочу в школу! Надо! Я тебя обязательно возьму, дорогой ты мой! Так ты на меня, чур, не сердись!
Ну, это я еще посмотрю на твое поведение, на твое отношение к друзьям. И пойдем в школу прямо сейчас. Нет, мы пойдем в школу с тобой прямо сейчас. Так мы пойдем в школу. Конечно. Я беру тебя с тобой. Я тебя познакомлю со своими друзьями, новыми одноклассниками. Да. Они ростом поменьше меня, но такие же головастые. Да. Такие же? Такие же, точно. Ну ладно, о том, как мы ходили с тобой в школу, да, ребята узнают из следующей передачи. А пока... До свидания! До следующей передачи! Пока!